Всем привет! Трансляция новенькая. Опять с вами пообщаемся немножечко по поводу бодибилдинга. Или как Леха говорит, дилдоболдинга. Привет, 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 гостиня, привет! Илья Смирный, привет! Н. Николаев, привет! Мохаммед, салам! Салам! Привет, привет, привет и Новосибирску, и всем, 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 всем. О чем сегодня я хочу с вами поболтать, это о том, что будущее бодибилдинга сейчас будет таким, каким в 70-е, 80-е годы. Ну, я бы так бы хотел. Щукин, опять вопрос. О, Господи. Видимо, пока он рядом в перископе не появится, Саня Щукин, вы будете об этом писать. Итак, бодибилдинг у нас уменьшается в размерах, к сожалению, или к счастью, это уже различные мнения. Но факт остается фактом, что бодибилдинг уменьшается. Вообще все дисциплины начали уменьшаться. Это касается не только большого бодибилдинга, это касается всех дисциплин. Это и бикини, и мэнс физик, уж совсем малыши, и женские дисциплины, все уменьшаются в размерах. Но, наверное, наконец-таки федерации задумались о том, что идут неправильным путем, то есть за гипермассой, за шоу. Но людям это не так нравится, потому что это уже стало отторгать. Поэтому придумываются новые дисциплины, типа бикини, мэнс физик и вот самая ожидаемая дисциплина, классик физик, которую я тоже жду, посмотреть на реально эстетичный бодибилдинг. Вот реально эстетичный бодибилдинг. Считайте, это при моем росте можно выставлять 97,5 килограмма. Это, учитывая крутое качество, сушку, пропорции, то это приличный вес. Бикини мэн 50 килограмм. Ну, в принципе, девочки бикини, по-моему, столько, наверное, и весят по 50 кило, не более. Только хардкор, только ГР 30 единиц. Нет, ребят, это все бредовые дозы. Такого не бывает. Ну, или бывает только у ребят, которые не задумываются о своем здоровье. Привет, я говорю из Киева. Классика – это эстетика. Ну, вот классик физик. Все-таки классический бодибилдинг – это эстетика, конечно, но все равно маловато мяса, чтобы это было прикольно смотреть. А вот классик физик, считайте, классика при моем росте 1,83 м. Это было 90,5 килограмм, 91. А классик физик – это 97,5, то есть разница в 7 килограмм. 7 килограмм мышечной массы, как вы знаете, в правильных местах совершенно меняет картинку. Твое мнение насчет откатной категории Men's Physique? Ну а что? Ну там 2-3 килограмма можно откатывать. Так как массы мышечной немного, то и откатывать-то в принципе нечего. Привет, Серж Горелый! Привет, привет! Горизонтальные тяги развивают спину в ширину, ну, в целом нельзя тренировки делить на там, толщину и ширину, потому что мышечная клетка может только увеличиваться в размере. Поэтому все тяги направлены там, на какие-то участки мышц спины. Поэтому, ну что поэтому, блин, ну тяните, работайте, вообще не парьтесь по поводу ширины и толщины, обязательно включайте в работу подтягивания, различные тяги на блоках, какие только угодно. И будет вам спина и широкая, и глубокая. Почему такая разница в качестве в классике и в тяжах? В классике, ну, чем больше мышечной массы, тем сложнее его, это мясо, проработать. Когда в классике, ну, в классике нет мяса, ну, очень мало мяса, соответственно, можно его прожать гораздо глубже, чем огромные куски. В этом вся и разница. Но бывает и в классике, кто не делает рельеф, бывает и в бодибилдинге огромные ребята, которые делают супер рельеф. Поэтому нельзя сказать то, что где-то качество выше, где-то качество ниже. Катлер, как по мне, нор форма. Ну, естественно, это же мистер Олимпия четырехкратный. Качковская кружка.
Дашулька привезла из Нью-Йорка. Настоящее, блин. Пол-литра налил и напился. Рону жалко. Ну а что Рону жалко? Рон посвятил свою жизнь бодибилдингу. Он ни капли не жалеет об этом. Но все-таки лучший культурист за всю историю. Поэтому, ну, проблемы со здоровьем могут быть. Ну, да, они есть. Но Ронни, я думаю, ни о чем не жалеет. Он считает, что он прожил правильную жизнь. Точнее, живет правильно и будет жить. Поэтому, не, Ронни крутой мужик. Да я думаю, он встанет, будет ходить и все будет окей. Тем более, с деньгами у него все в порядке. Я думаю, медобслуживание в Штатах намного выше, чем у нас. А где кружка от Фариды? Кружка от Фариды, по-моему, в машине лежит. Ты бы так прожил, если бы был выбор? Нет. Я бы так бы не стал бы делать выбор в сторону бодибилдинга и траты здоровья. Водянов говорит, что если ты жирный, то жирный не стоит ныть о качестве. Ну, ну как? Ну, всегда можно подготовиться к турниру, угадать с формы или не угадать. Поэтому тот, кто жирный, ну, просто нужно делать больше акцент на качество, на кардио. Я для себя тоже эти сделал небольшие помарочки по поводу подготовочки и кардио. Надо делать. Надо делать его много. Чтобы была сухая жопа. Ой. Итак, все-таки кардио влияет на качество. Ну, конечно, влияет. Но и бывают исключения, которые без кардио могут сделать супер форму. Бывает, но этих исключений очень мало. Большинству же необходимо кардио. Как говорил Виктор Мартинес, 2 часа кардио в день — это как отче наш. Многие не делают кардио, но я сомневаюсь, что они выставляют классный рельеф такой, чтобы обзавидоваться. Нужно делать кардио, чтобы сделать крутое время. Ну, крутую форму. Говорю, в какое время ты в перископе? В 8:00 я выхожу в эфир, но по дням не могу сказать, как получается. Лучше замер веса — это утром, после сна. Ну да, после того, как вы проснулись, сходили в туалет и встали на весы. Это идеальный вес. Ну или по идее можно взвешиваться в одно и то же время, в один и тот же день после одинаковых приемов пищи. Тогда это тоже можно делать. Не понимаю, почему этим, ну, прям так критично нужно взвешиваться с утра. Кардио нужно только на сушке. Да, я считаю, что кардио нужно только на сушке. Ну или для поддержания формы. Кардио необходимо. Как планируешь выступать весной? Да все они делали кардио. И Леврон тоже делал кардио. Все они делали кардио. Как с приездом в Москву? Не, пока отложил эту идею. Пока надо в Питере кучу всякого поднять. Поэтому Москва чуть подождет немножко. Итак, какие новости? Почему я в перископе? Потому что выдалось пара минут, пока грузится новый выпуск на YouTube. Я решил с вами пообщаться. Свадьба планируется. Ну, ребят, всему свое время, не переживайте. Вы об этом узнаете, когда будут изменения в нашей личной жизни. Мясо! Ну, мясо, мясо. Ковка выпуск. Нет, выпуск не про ковку. Выпуск про другого человечка. Если вы будете много ставить лайков, я вам скажу про какого. Лайки, лайки. Все хорошо, доехал домой. Ну, молодец. Когда выступать? Вот еще раз вопрос, ребят, весной. Весной заряжусь. Точнее, я уже чуть-чуть подзаряжаюсь, но весной надо будет выступить. С кем выпуск? А, я вижу лайки, лайки, лайки. Пошли, 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 пошли. По секрету. С Булочкиным. Че на перископ Бонни подписан? Ну, новая сеть, ребят, подождите, и все будут подписаны. О, видимо, я вас чуть-чуть немножко удивил по появлению человечка на моем канале. На нашем, точнее. Там уже у меня много ребят. Привет, как тебе клуб Победа? Вот такой клуб, но еще нужно оборудование, конечно, запихать. Но я знаю, что политика клуба такая, что только основное оборудование, которое такое хардкорное. И мне нравится это оборудование. Это оборудование было еще в Олимпе, я помню, когда я только-только приехал в Питер в 2008 году, устроился на работу в клуб Олимп. И там было точно такое же оборудование. И когда я пришел в Победу,
Прям такая ностальгия. Те же самые толстые грифы, толстые ручки, гантель. Те же самые тренажеры. Ну круто. Как выводишь витамины перед соревнованиями, их не нужно выводить. Игорь, Protot, Maxler, Norm. Да все примерно бренды, примерно одинакового качества. Ну, западные. Одна ценовая категория, примерно все одно и то же. Какие новые выпуски будут? У меня есть много разных трансформаций, ну и совместных каких-то тренировок. Допинг-контроль. Нет, без толку подводиться под допинг-контроль. Игорь, нет в планах открыть свой зал? Нет, такого в планах нет. Не хочу. Долго окупаемый бизнес. Но я не настолько, у меня бодибилдинг головного мозга, чтобы открывать еще свой собственный тренажерный зал. Но если вдруг появится такая возможность, а чего бы нет, конечно, я бы с удовольствием что-нибудь такое, да, открыл. Подходит ли качкам становая в стиле сумо? Не вижу смысла. Очень маленькая амплитуда работы, а бодибилдинг, вся фишка в том, то, что развивать мышцы по всей длине, по всей поверхности, в разные стороны, в разные углы. Это вопросы к углам и к амплитуде. А становая тяга в стиле сумо, амплитуда достаточно маленькая, ничего не прорабатывается. Если в плане набора силовых, вот на первоначальных этапах, то сумо может и подойти, но лучше, наверное, тянуть классику, там больше амплитуда. Достаточно ли 4 упражнений на спину химику? Все зависит от того, насколько сильная мышечная группа. Если сильная, то хватит, если нет, то нужно еще. Как относишься к видео от группы, которую нельзя называть, считая, что надо наказать порнодеятелей? Я считаю, что люди занимаются какой-то херней, вот честно. Давайте, прежде чем обсуждать чью-то личную жизнь, выкладываем свою. Со всеми фишками, со всеми тараканами. Тогда будет честно. А когда, знаете, собирается куча придурков, которые любят пообсуждать и поосуждать другого человека, но мое мнение, что у них жизнь слишком, слишком скучна, чтобы ей заниматься, и они берут чужую жизнь, которая намного интереснее, и нужно ее разобрать и обосрать, ну, чтобы он был как все, ничем на других не выделялся, то есть он все равно плохой. Не понимаю я этого никогда. У меня, видите, совершенно другая политика. У меня нельзя обзываться, нельзя ругаться, нельзя материться и прочее на канале, в паблике, да везде. Я считаю, так правильно общаться. Ну, то есть поддерживать. Или говорить хорошо, или нейтрально, или критически относиться. Ну, то есть, ну, критика должна быть объективна. С Лероном будет выпуск. Ну, пока ничего не планировали, но если ребята будут очень сильно хотеть, то сделаем. Почему нет? Валера всегда легкий на подъем, поэтому да вообще не вопрос. Игорь, переезжаешь в Краснодар, не думаешь? Нет, уже эта идея уже отошла, но все равно в голове сидит. Мне Краснодар очень нравится, один из моих любимых городов в России. Как относишься к ФСТ-7? Как к методу интенсификации, ну как пампу, ничего такого необычного, упражнение для спины на массу, подтягивание рулит. Хаммер менять не собираешься? Нет, это машина моей мечты, и я кайфую каждый раз, когда сажусь за руль, и с 2003 года это моя мечта, и уже на протяжении 3 лет эта мечта осуществилась, и каждый день я это вспоминаю. Поэтому нет, да я еще не ездил ни на одной машине, в которой я себя бы ощущал а лучше. Здесь же дело в том, как ты себя ощущаешь в автомобиле, насколько тебе она подходит. Поэтому нет, на другую тачку не хочу. Подкупил бы еще какую-нибудь, но этого товарища ни за что. Нет, 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 нет. Не менять, не продавать не собираюсь. Ну, хотя на тачку спрос есть. Ну, нет, продавать не хочу. Слишком редкий автомобиль уже. Привору. Ну а что, русский автопром, он что-то там начал выпускать какие-то темы за 500 тысяч рублей. Не знаю. Видимо, замена бюджетным Chevrolet Cruze и подобным автомобилем. Веста, да, точно. Один хер русский автопром не тот. Ну, я думаю, да, как-то вот, знаете, разница такая есть. В Штатах очень здорово поддерживается автопром. И там постоянно масл кары гоняют, джипаки, GM,
Ну, все, что связано с GM Motors, куча автомобилей. Вот это мне нравится в Штатах, что они очень любят свои тачки. Тяжело было, когда я приехал в Питер. С чего начал? Начал с того, что я приехал на вокзал, устроился, тут же пошел в агентство при вокзале. Мне нашли комнату за 10 тысяч рублей, я отдал агенту 10 тысяч рублей. Ну, все эту историю знают, ну, еще раз повторюсь. И устроился в клуб, самый лучший на тот момент, который был в Питере по условиям для тренеров. И все, и пошло-поехало. Ничего сложного не видел, да и вообще я ничего сложного не вижу в своей жизни. Все достаточно просто, если разобраться как следует. Вот так вот. Ребята, чем отличаются вот зеленые от коричневых сердечек? Вот красненькие, это что такое? Напишите в комментариях. Будут ли еще видео о развитии бизнеса? Может быть, создать отдельный канал, потому что это мешает основной аудитории канала. Они не хотят развиваться в этом направлении. Творог на ночь нормальный или есть что-нибудь другое? Да можно поесть просто нормальный прям пищу съесть. Почему так именно к творогу-то привязались, не знаю. Как к Линдоверу относишься? Вот так. Ну, клевый чувак, клевый мужик. С отличной теоретической базой, ну и вообще с практической базой. Тренер с огромным стажем, с опытом. Я, ну, периодически подсматриваю его ролики, какие-то темы. И вот мы с ним пообщались на конференции. Даже одно упражнение интересное обсудили, может быть, он вам его покажет скоро, которое я делал с ребятами из Казани в Панда Джиме. Кстати, ребята, в Казани есть клуб Панда Джим. Это нереально крутой зал. Вот по оборудованию просто охренеть. Оригинальные настоящие хаммеры. Вообще все. Life Fitness оригинальный настоящий. Если вы живете в Казани, вам грех не тренироваться в Панда Джиме. Я бы только там вообще бы просто поселился. Отличная позитивная атмосфера, блин, желтые стены. Оборудование просто, ну, завались всякого разного. Чего только не хочешь. И каждая единица оборудования вот такая. В любом случае, если вы даже не живете в Казани, то небольшую экскурсию я вам проведу в выпуске с казанскими ребятами на канале обязательно будет. Творог, чтобы не есть на ночь угли. Но если пресс видно хорошо, то можно и угли на ночь есть. Особенно, когда обмен веществ быстрый, можно и просыпаться в середине ночи и кушать овсянку, как это делал Джейк Адлер. Твое мнение о тайских каникулах с блогерами? Ну, прикольно, это классно, когда много людей собираются и что-то показывают, развлекаются там, которые объединены одной идеей. Это очень круто. Знаком с Натальей Трохиной. Лично не знакомый, но заочно, конечно же, знакомый. Но мы друг друга знаем, естественно. Как относишься к Сергею Родину? Блин, он вообще позитивный чувак. Мега позитивный. Я люблю людей, которые с позитивом относятся к жизни. И Родин один из них. Всегда, всегда найдет положительную нотку, позитивную. И несет, заряжает положительной энергией. Леха будет тренить или нет? Так он тренит, но он в Алмазе по возможности тренируется. К сожалению, планов на выступление нет. Следишь за тяжелой атлетикой? Нет, это вид спорта, который мне чужд. Ну, так глянуть можно, но мне не нравится, честно. Он слишком... Ну, не то, не то. Мне нравится бодибилдинг, потому что там очень много можно сделать, много массы упражнений. Тяжелая атлетика, ну, два упражнения основных, ну и как-то не мое. Ну просто не мой вид спорта. У Лехи бизнес сейчас, тренерство ушел, да, тренерство ушел и развивается потихонечку в лесе. Леха лесной человечек. Игорь, что думаешь про отстранение Миронова? Ну, в целом, я как-то высказывал, что я поддерживаю идею федерации о том, чтобы наша федерация осталась чистой. Но когда это делается только с один показательный какой-то случай, мне кажется, это неправильно. Нужно или всех, или никого. Но опять же, да, больше будет шума, когда многие будут. А так сделали показательный случай, такой разобрали Серегу, но есть атлеты, которые, ну, намного больше провинились, мне кажется, и им ничего, поэтому мне кажется, нечестно. Ну а так в целом, что федерация хочет как-то наказывать такой вот такие моменты, это, конечно, плюс, потому что есть такое понятие, как спортивное поведение. Спортсмен должен обладать всеми качествами, которые позволяют за собой вести людей. Ну, то есть он должен быть целеустремленным, чистым, опрятным и
ну, грубо говоря, себя держать в обществе правильно, так скажем. Поэтому я за такое решение федерации, но опять же его нужно дорабатывать. Какая твоя цель в ББ? Моя цель — это совершенное развитие моего тела. Ладно, Игорь, в Красноярске уже ночь, утром экзамен, пора спать, мясо тебе. Удачи тебе сдать экзамен, успехов, чтобы сдал на пятерку. Планируешь ли получать про карту? Да, было бы неплохо. А Клоков Нутраху подводится. Я думаю, в Нутраху спорта уже давным-давно нету. Какое у тебя образование? Выше. Но если федерация начнет гнать всех, то Щукина тоже может быть. Да не начнет она больше никого гнать. И то он Сереге Миронову уже сказали, что он может, если он удалит там все свои материалы из интернета, то его восстановит в ABB. Но я Серегу прекрасно понимаю, что он сказал, да ничего я не буду восстанавливать, и мне прекрасно и без вас живется. Я его политику прекрасно понимаю, и он молодец в этом плане. Да, Серега Малорик. Мне нравится, как он ведет, как он доносит информацию. Это такой, отличается очень здорово формат от того, что люди делают. И мне нравится, когда люди умеют, посмеяться над самим собой. Это значит, что у людей есть чувство юмора. Значит, и Бадюк натысил, сушился. Ну, я, конечно, не знаю, над ним не стоял, но форма делается всегда над чем-то. Даже в менсфизике. Так, девчонки. Пока дают. Ты тренируешь онлайн? Очень много заявок по поводу тренировок онлайн. Видимо, мне стоит этим заняться, потому что, ну, уж очень много каждый день об этом задают. Наверное, да. Псы просятся в камеру, ну, псы, ничего не делают. Девчонки, собачульки. Да, Вася? Милахи. Собачулечки, да, всегда рядышком. Кстати, ребята, если вы еще не кушали, то пора бы вам этим заняться. Ну или хотя бы кофеечку попить. Итак, что я вам хочу рассказать. Была конференция в субботу-воскресенье. И там собрались ребята, которые умеют говорить, которые чего-то уже достигли. И пришедшие, там, по-моему, было порядка 150 человек, получили сертификаты, там, ну, считайте, подписи, да, таких людей, как там, Дима Ишанькин, Линдовер, Симкин, еще много других атлетов, тот же Саша Дубков, который очень здорово ведет по бизнесу темы. Я, естественно, тоже расписался. Еще были там девчонки Мария Кузьмина, Лиза Мукминова. Но в целом за 2 дня люди прокачались настолько, они получили информацию передовую из уст в уста и, ну, блин, целое руководство к действию. Поэтому, если она точнее будет, конференция следующая будет в Москве в мае. Поэтому, ребят, советую вам приехать, вы не пожалеете. Вот реально. Столько инфы за 2 дня, успевать только записывать. И на все вопросы фитнес-индустрии вы получите ответы за 2 дня. Вообще, на все практически. Так. Нет, это не играются, ребятки. Ну давайте, какие там у вас еще вопросики есть по этому поводу? В Москве в мае конференция, приходите. Набережные Челны еще не приглашают? Нет. Игорь, как относишься к Денису Борисову? Ну, положительно, мы с ним очень хорошо общаемся и поддерживаем общение. Мне нравится. Мне нравится, как он, у него тоже отдельный формат, многочасовой. Но это его фишки. И Денис обсудил, наверное, все вопросы, которые только можно уже. Он молодец. Он проделал очень большую работу и дальше продолжает ее делать. Мне нравится. Я подписан на его канал очень давно. Сколько воды в день пьешь? Ну, где-то 4-5 литров у меня уходит. Как оцениваешь форму Клокова на Кубке Ишанькина? Ну, для тяжелого атлета хорошая форма очень, мне кажется. Ну, видите, здесь различные виды спорта, они влияют на то, как ваше тело будет развиваться. Этим бодибилдинг отличается от всех остальных тем, что ваше тело будет более совершенным. Тяжелая атлетика – это немножко другой вид спорта. Здесь есть мышечная масса, рассматривается как побочный эффект увеличения снаряда. Поэтому
Ну, выглядит он хорошо, мне нравится. Кто твой любимый атлет? Ронни? Ронни Колман? Ну, как лучший атлет. Если любимый, то Флекс Уиллер. Флекс это... Стоит ли пихать себе еду на массе? Нет, запихивать себя не стоит. Вы держите небольшой профицит, но совсем небольшой. Потому что если будете закидывать в себя очень много еды, то рано или поздно ваш ЖКТ даст сбой. И вам нужно будет отдыхать от большого количества еды пару дней и выводить еще из себя всякие накопившиеся токсины и различные соединения, не очень хорошие. Поэтому, ребят, ну, всегда задумывайтесь. Клоков удивительно выглядит отлично по сравнению с другими штангистами, но он генетически был уже красавчик. Если бы он пошел изначально в бодибилдинг, то он бы вообще, наверное, был очень высоко сейчас. Игорь, сколько мне сейчас лет? Сколько это тебе лет? Мне сейчас 29. Но щетина придает плюс 5, и бритая башка еще плюс 5. Как относишься к синтолу? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, задающий этот вопрос должен понимать, что это такое. Я сомневаюсь, что люди, которые очень часто задают такой вопрос, что-то знают о нем. И как он делается, для чего он был изобретен. И каково его применение в современном бодибилдинге? Применяется повсеместно, повседисциплинно. Высшая башка, дай пирожка. У меня, кстати, есть, ну не пирожки, но другие есть сладости. Планируешь ли когда-нибудь попробовать себя лифтингу? Нет. Нет. Это очень травмоопасный вид спорта. Не хочу. Есть сейчас тренер? Нет, тренера сейчас нет. Я тренируюсь сам. И тренирую молодых ребят. Но периодически заскакиваю в Алмаз. Вот скоро заскочу, через 4 дня тоже. В Алмаз потренируюсь там чуть-чуть. Ноги. Не-не-не-не-не-не-не. Ноги я могу тренировать сам. Это легко растущая мышечная группа. Мне особо-то не надо впахивать, чтобы она росла. А вот спину стоит потренировать в Алмазе. А где сейчас Андрей Анатольевич? Андрей Анатольевич в Алмазе, там же, где и был. Что скажешь о сое? Не приемлю. Это скудный белок, мне он не нравится, и дешевый. Ничего в нем хорошего нет. Да вообще негативно я отношусь к сое. Ну, точнее, не то, что негативно, но я не ем и не пропагандирую этот продукт. Мне кажется, что нужно питаться другими продуктами животного происхождения, растительного, которые... Ну, короче, вы меня поняли. Сколько тебе лет? 29. Пампинг или силовая для массы? И то, и другое нужно использовать. Ну, как так? Не бывает. Почему ушел от Андрея Анатольевича? О май гад был. Много раз уже говорил, никто никуда ничего не уходил. Я тренирую сейчас самостоятельно. С Андреем Анатольевичем мы прошли целый год тренировок. Я полностью изучил методику тренировок. И мне сейчас контроль на каждой тренировке не нужен. Но взгляд со стороны нужен, поэтому мнение Андрея Анатольевича для меня будет важно. Ну. Ну что, ребят, еще посидим или пора заканчивать? А? Надо тролля прокачать. Ну, наверное. Да тролли так качаются неплохо. В Нижнем Новгороде бываешь? Нет, в последнее время уже не бываю. Но надо бы тоже заехать, меня же там сестра живет. Делаешь упражнение вакуум? Нет, не делаю, я вообще в него не верю. Игорь, что думаешь о спортзале, который работает 24 часа? Ну, это круто, когда зал работает 24 часа, ты можешь прийти в любое время потренироваться. Бывает так, что... Дашуленька, привет, дорогой. Привет, дорогая. Надеюсь, ты поспала немножко, восстановилась. Давай, я тебя жду. Приезжай. Федя возвращается. Какой Федя? Топ-3 тренера по ББ в России. Угринов, Вишневский, Прокофьев. Ну, блин, по-моему, я ни одной новой фамилии не назвал. Нет, это те люди, с которыми я так или иначе пересекался, и я считаю, что они самые крутые специалисты. Пояс не дает, талия увеличивается, и как часто его надо одевать? Да, по-моему, талия ваша все равно будет увеличиваться, если вы предрасположены к тому, чтобы ваши косые мышцы живота развивались. Поэтому... Да и тем более растут мышцы у нас тогда, когда мы спим, а не когда мы работаем. Поэтому если у вас нагрузка есть такая конкретная на
на ваш спасательный круг, то талия у вас будет увеличиваться все равно. С ростом мышечной массы будет увеличиваться и талия. Я не верю в том, что пояс предохраняет от развития талии. Нет, на тяжелых упражнениях, конечно, его стоит надевать, потому что там слишком сильно раздувает живот. Но особенно нажими ногами там бывает так, что он просто... Когда я мотаю бинты на приседе, выталкиваешь, он говорит, не успел прочитать. У тебя есть мечта выступить на Олимпии? Да нет такой мечты у меня. Есть цель. Игорь, я сделаю мясо по ГОСТу с Борисовым. А есть один выпуск у меня на канале? Кардио делаешь и какое? У меня мышцы сейчас так выросли. Надо проверить. Где и в каких местах дошли у тебя они выросли. Как борешься с растяжками? Да не борюсь я. Ну, это как-то даже здесь такой отдельный ролик маленький, где я говорю свое мнение о растяжках. Ребят, это девушки должны париться по поводу растяжек. Мужики должны быть большие, волосатые и вонючие, и с рубцами, и со шрамами. Поэтому не парьтесь, блин. Но рубцы они у всех есть. У Фила Хита, блин, и у Джея Катлера, и у Ронни Колмана, и у всех остальных ребят, которые добились приличной мышечной массы. Поэтому это нормально. Это говорит о том, что ваши мышцы не успевают, точнее, ваша кожа не успевает за ростом мышечной массы. Поэтому растяжки рулят. Надеюсь, вы больше так париться не будете. Стоит ли повышать эстрон после 30 лет? Ну вот в Штатах после 40 повышают. Причем это на повсеместной основе. Растяжку в конце тренировки делаешь, полезно все-таки. Нет, я считаю, что растяжку не полезно делать после тренировки, так как мышечные волокна не так травмированы, а растяжка еще больше их травмирует. Поэтому я против. Если нужно растянуться, выделяйте этому отдельный день, потому что мышцы травмируются нехило на этой растяжке. Если так чуть потянуться, то такой борюсь. Не знаю, кто такой Борис. Да, ребята, растяжки в отдельный день. А бывает так, что советуют между подходами растягиваться, но ребята, которые это советовали, почему-то потом оказывались с травмами. Поэтому по поводу растяжечки я не советую вообще и заниматься. Вы все равно, ваши мышцы становятся эластичными. Когда вы тренируетесь отягощениями, вы используете полную амплитуду, максимальную амплитуду. Ваши мышцы становятся реально эластичнее. И вы в целом становитесь более растянутым. Поэтому дополнительная какая-то растяжка, мне кажется, не совсем. Посоветуй, что... Игорь, семинар планируешь провести в Екатеринбурге? Пока планов не было. Вообще по поводу семинаров планов особо не было. Планы сейчас по поводу Таллина и по поводу Беларуси. Протеин стоит употреблять или просто на продукты держать БЖУ в нормальном количестве? Нет, конечно, если есть деньги, то можно добавить порцию протеина, которая легко усваивается, не требует пищеварения. Но одной порции, максимум двух, более чем достаточно. Не закидывайте по 10 порций в день, смысла в этом нет. Кто тебя удивил в этом сезоне? Дольер, супер качество, красавчик. И кто меня еще удивил в этом сезоне? Ваня Водянов. Те же самые лица, вы же их знаете. В Украине не собираешься? Нет, пока нет, не собираюсь. Я пока что никуда не собираюсь, блин, из Питера. Назови самую рабочую добавку из спортпита. Самая прям рабочая добавка. Мезоморф вместе с No Exploit. Один черпак того, один черпак того перед тренировкой. Работает 100%. В Питере весна. В Питере хорошая погода. Мы приехали в Казань, из плюс 8. В Питере погодка стала холоднее до минус 8. Вот мы там офигели немного. Но ничего. Как планируешь третий Новый год? Вместе с родителями, папой и мамой. Помогает ли гормон роста подрасти в высоту? Помогает, и сезон роста еще не закрыт. Привет из Бердянска. Бердянску привет. Булка хлеба примет
Как мясо набрать? Да, Шуренька, вот тебе, чтобы мясо набрать, просто нужно ходить в зал. И все. И они у тебя сами вырастут. У тебя суперкрутая генетика. Просто ходить в зал и качаться. Вообще, никаких запах. Ну, еще кушать. Угринов тренировал ноги Водянова силовым приседом 1-4 повторения. Но на Ване сработал, я был поражен прибавки в ногах у Вани. Ну, видимо, работает его система на 1-4 повторения. Я спустился на приседе до 8 повторений, мне так больше нравится. Какой кардио считаешь более предпочтительным для себя? Степпер или эллипсоид, или то, и другое. Если кардио слишком много, например, 2 часа, то можно 1 час сделать на степпере, а 1 час на эллипсоиде. Какой нормальный уровень теста для мужчины? Ну, в пределах нормы, нет, там в зависимости от возраста референс значений, поэтому сдаете анализы, и вам там будут выведены данные, что как бороться с усами, как бороться с усами, бритвой, можно бритвой бороться, можно машинкой для стрижки волос бороться, вот я так со своими борюсь. Да, можно поджигать волосы. Что еще можно делать с волосами? Можно каждый волосочек выдернуть этими кусачками-щипачками. Вообще можно много чего с ними побороться. Как угодно вообще. А почему пятый? Пятый это что? Это комплимент мне? Я шестое занял. Не, реально форма. Надо исправляться или реабилитироваться весной. Ковки надо, что в подкинуть тёпку не успеет на пляжников. Но мы посмотрим по поводу пляжников. О, да, Шуренька смеется. Всегда. Вообще, я всегда рад поднять настроение своей любимой женщины. Ребята, вы как? Обязательно поднимайте. И желательно как можно чаще. Тогда у вас все будет хорошо. В первые 2-3 года надо просто пахать или уже витамины добавить. Не, дело не в длительности времени, не в длительности, да, тренировок, то есть не 3-4 года. Если вы дошли до уровня рабочих весов кандидата в мастера по пауэрлифтингу, то можно задуматься о том, чтобы принимать допинг. Пока вы до этого момента не дошли, смысла в этом нет. То же самое, что касается других видов спорта. Кандидата в мастера спорта можно сделать начистую за пару лет тренировок. После этого можно уже думать о том, чтобы что-то принимать. До этого момента я считаю, что смысла нет. Но в целом вы вот как себя тоже ценить, да, если ты ни хрена не сделал и уже на допинге. Мне кажется, что нужно добиться сначала чего-то от себя, чтобы понять, что ты действительно спортсмен, это твое. И ты можешь и без допинга добиваться классных результатов. А уже потом думать, принимать или не принимать. Игорь, можете попробовать сотрудничать с Угриновым? Не хочу я сейчас, честно говоря, ни с кем сотрудничать, хочу сам подготовиться. Но со Славой мы общались год назад, и у меня была возможность попасть к нему в руководство. Единственный момент, нужно было переехать в Краснодар, но мне не вышло. Пару слов о пляжном ББ. Голубочкин прав. Мне кажется, что Дима Голубочкин уже поменял свое мнение по поводу пляжников. Пляжники – это отличная дисциплина. Мне она нравится в плане вот идеи, которую она несет. То есть ребята, которые прозанимались там пару лет, могут уже выходить и побеждать. Это, конечно же, здорово. Но манера позирования на сцене мне откровенно не нравится. Она очень здорово отличается от традиционного бодибилдинга, наверное, в этом и была фишка этой дисциплины, что ее должно было отличать. Но мне кажется, что нужно чуть помужественнее, что ли, позирование. Но я надеюсь, что с приходом новой дисциплины классик физик эти вопросы снимутся, потому что там есть позы, которые взяты из традиционного бодибилдинга, классик физик. Ты в 20 лет добился своего генетического максимума. В 20 лет я уже был спортсменом со стажем 7 лет, уже 13 лет занимался спортом и был развит во многих видах спорта. Баскетболе, футболе, волейболе, легкой атлетике, гиревом спорте. У меня очень много всяких разных регалий. И к 20 годам я уже был, ну, сформирован как спортсмен. Поэтому генетического максимума его нельзя достичь. И никогда нельзя понять, где он.
Он бесконечно долго можно идти до этого генетического максимума. Может всю жизнь занять, там, до 50 лет будете свой генетический максимум развивать. Но задача-то в чем? Моя задача была выступать по бодибилдингу, но мне сразу же просветили. Хочешь выступать? Натурашку не получится. Что думаешь о Скоромном? С Андрюхой у нас очень теплые отношения. И ну что, он молодец, выжимает максимум из фитнес-индустрии. Красавчик. Есть любимая жена, есть дочка. По-моему, вообще пример для подражания. Посоветуй, что делать, если хочешь и детей, и спортивных выступлений. Я думаю, что нужно поставить приоритет, что нужно сделать первичным. Если хочешь и детей, то нужно заняться именно детьми. Сделать детишек, пройти небольшую реабилитацию, а спортсмены это проходят очень быстро, и потом уже опять выступать. Мне кажется, что дети и спорт абсолютно вещи совместимы, и никаких проблем, я думаю, не должно возникать у спортсменов по поводу детей. Просто небольшой перерыв, чистка, делаем детишек. Но в том плане мужчинам ты здесь просто почистился, заделал и вперед. А девушкам, ну да, нужна такая чистка очень хорошая, пока все анализы не придут в норму. Отказ от вредных привычек, особенно от курения и прочих. И детишков, что там, 9 месяцев, небольшой период восстановления, там 3 месяца, и опять можно на сцену. И спорт и дети, это круто. У спортсменов должно быть много детей. Вон, у Декстера Джексона четверо. У Виктора Мартинеза пятеро. У Ронни Коулмана восемь. Поэтому у больших ребят должно быть много детей. Мне кажется, что семья должна быть огромная. Прям большая, 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 насколько это вообще возможно. Поэтому я за большую семью, за большое количество детей, за спорт и вообще за все хорошее в этой жизни. Вот. Знаешь ли людей, кому помог гормон роста подрасти? Если да, то какой это был рост? Вы обратитесь к сведениям 80-х годов, когда была на обязательной основе выемка гипофизов из трупов для производства соматотропного гормона. А производился он для того, чтобы избавить человечество от карликовости. Это было соглашение между Россией и США. И гормон роста таким карликам выдавался совершенно бесплатно. То есть, вот, например, у карликов рождались дети. Их подкармливали, естественно, гормоном роста. И они вырастали ростом таким же, как и обычные люди. Поэтому помог он много кому. Промониторьте просто эти моменты и будете знать. Гейнер – это биологическая добавка. У меня будут четверо, но я буду курить, Дашулечка говорит. Но я думаю, когда в тебе будет развиваться малыш, надеюсь, ты курить не будешь. Твое мнение, возможно ли соревновательный уровень бикини без химии? Да. Это вообще дисциплина без химии. Так как пьешь воды 4-5 литров, как удается столько пить? Жажда или в виде просто надо? Все зависит от того, какую воду вы пьете. Если вы пьете кислую воду, то есть pH, который достаточно низкий, то вы будете в себя ее запихивать. Но если вы пьете же воду, где pH там выше 7, то вы будете хотеть пить все больше и больше. Ну, то есть она у вас будет очень здорово циркулироваться в организме. В этом вся и разница, почему кто-то запихивает, а кто-то пьет с удовольствием. Брьем, 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 брьем. Есть ли польза от витамина С в шипучем виде? Да, почему нет? Ну, только кипятком его не заливайте. Вер достаточно сухой, а низ жирный. В чем проблема? В том, то, что низу нужно уделять чуть больше времени. Кардио продолбите по 2 часа в день на протяжении 3 месяцев и высушите свой низ. Ну, просто больше нужно времени. Это кардио, нижняя половина тела. Это кардио. Бодибилдеров колени не болят, а с чего они должны болеть?
Если все делается правильно, если колени бинтуются и используются умеренные веса, точнее, умеренные для самого тренирующегося, то никаких проблем не возникает, ничего не болит. Бывает, чуть-чуть подбаливает, но там 2 недели пропиваешь хондропротектор и никаких проблем нету. Силуянов, мышцы считают время под нагрузкой 20-30 секунд для гипертрофии, как считаешь? Ну, в принципе, да, это есть, там те самые 8-10 повторений. И ну, Силуянову стоит относиться человеку, который не изучал вид спорта бодибилдинг. Так, а кто такой серьезный сидит? Может, помечтаем? Да вообще не вопрос. Это мое любимое занятие — мечтать. Ну так, да, ну что, я серьезный. Чё, все-таки сколько лет уже с бородой, лысый, уже, ну, я должен быть серьезным. Вот такой сидеть. Игорь, у тебя было такое, не могу уснуть после ноу-эксплойт. Ребят, у меня в Казани, я себя чувствовал не очень хорошо, так как я пару дней не высыпался, и еще был целый день там. Ну, короче говоря, я достаточно таким замученным пришел на тренировку в субботу, вот, которую мы поснимали с казанскими ребятами. И надо было как-то взбодриться, потому что ребята хотели хардкора, а я хардкор не хотел. Вот. Но придя в клуб Panda Gym, я сразу же подсек, что я конкретненько потренируюсь, и нужно добавить себе немножечко в топочку энергии. Я решил выпить мезоморф. Подумал, что мне его маловато, и закинул еще на эксплойт. Получилось 2 притрена. Я первый раз такое сделал, 2 притрена в одном смешал. Тренировался я потом 2,5 часа. Так что связка работает. Так, как думаешь, ноги — это генетика или можно построить здоровые ляхи? Здоровые ляхи можно построить. Приседать главное и чувствовать их хорошо. Но бывает так, что генетически, ну вообще караул. Ну таких ног я видел... Раз-два. Как правило, ноги, у кого не растут ноги, те вообще мало пашут, честно говоря, в зале. Именно силовой работы мало. Поэтому и ноги маленькие. Как часто бреешься? Ну, как по мере отрастания, раз в недельку где-то. Расскажи нам про механику. Про какую механику-то? Про механический фактор роста, но я не верю в него. Я считаю, что это разводило. Вообще в пептиды не верю. Нет, есть какие-то вещи, которые работают. Меланотан, он работает. Есть там какие-то фрагменты, которые жир топят. Возможно, как-то что-то это работает. Но конкретные работы механического фактора роста сложно отследить вообще. Я, честно говоря, не верю. То же самое после работы с западным диетологом, он тоже говорит то, что не придумывай новый велосипед. Используй то, что реально проверено годами. А в ноу-хау можно не верить, потому что они не работают. У меня вообще все вопросы отпали по поводу фармакологии после работы с западным диетологом. И то, что реально работает, и то, что можно забыть об этом, о том, что это не работает. Куда стоит тратить деньги, куда не стоит и сколько нужно тратить. Мне эти вопросы исчезли. Но вот и к вопросам про механический фактор роста его нет и не будет в моей подготовке. Вот что вообще думаешь про пептиды? Я считаю, что они бестолковые. Ничего поделать. Но если, например, загара хочется, меланотан вот вам поможет. Но в целом ни один пептид еще не проверен на людях. Это все, что нам попадает нам в руки, это те вещи, которые для животных, для экспериментов на животных. Там нужно смотреть на инструкцию, там обычно написано, что для экспериментов или что-то типа того, на каждом этом пептиде написано. Поэтому на людях это не проверено. Нет, по-моему, ни одной компании пептидов, которая была бы по каким-либо стандартам аккредитована. И все это на свой страх и риск люди, спортсмены используют, а спортсмены очень такие доверчивые в плане прогресса. Если им скажут, что эта штука работает, то вот. Даша плохая девочка, всему верит и все пробует сама. Ну так ты у меня спрашивай, Дашуль,
и все будет тип-топ. Но мое мнение, эти пептиды — это хрень. Да, да, там написано было, для использования человеком. Вы промониторите в интернете, так это или нет на самом деле, потому что написать-то можно все что угодно. Аккредитованы ли этой компании? Посмотрите. Как зовут западного диетолога? Крис Ацетоу. Ну, вы его знаете, я думаю. По поводу пептидов, да, ребят. Блин, есть гормон роста, который работал всегда и будет работать. Это самый, ну, самый крутой пептидный гормон. Все остальное, все, что можно там как-то заменить, найти альтернативу гормону роста, ну нет этой альтернативы. Пептиды не помогут. И спортсмены, когда решаются, вот давят все равно общественное мнение, что нужно использовать, нужно попробовать, начинают пользоваться, но все равно потом мнение свое не меняют. Игорь, какое твое любимое упражнение? Подтягивание. Офигеть. Сраный дорогой джинтропин. Но во всяком случае джинтропин от Еврофарм, который, вот он 100% работает. И он сам, он 100% работает. Они китайские, и они аккредитованы. Что у нас еще есть? А динамика гормон роста аккредитован у нас в России. И что еще? И Растан. Но Растан — это не наш гормон роста, а используется китайское сырье, если кто не знал. То, что у нас делают, это уже его расфасовывают, точнее делают лиофилизат порошка, вот эту таблеточку. Но сырье китайское, причем что происхождение, ну, не знаю, может и качество. Качество может и хорошее. Но из-за того, что он стоит огромных бабок, и сырье китайское, я считаю, что правильнее использовать, наверное, все-таки Ансамон, Джин или Динотропка. То, что те фирмы, которые реально аккредитованы, кому стоит доверять. Потому что они сертифицированы. И, ну вот, как покупать, чтобы не на Е? Покупайте у авторитетных источников, и все у вас будет хорошо. У авторитетных. Не у там по мега скидкам, по мега акциям, по каким-то непонятным ценам. Ну, есть магазины, которые многолетняя история. Жалею, что не успел познакомиться с тобой, Игорь. Вот. Чего, я не успел прочитать. Так. Какие у вас еще работы, вопросы есть? Папа, чё? Да, Шуль, я, честно говоря, не успел прочитать. Я там что-то начал читать, так и не понял. Надо пересмотреть будет в этом, в записи. Мне вообще, честно говоря, непонятно, что это там было. Так была бы твоя единственная. Я бы, ну, девушки, я, ну, вас, наверное, разочарую, кто на меня подписан. Мое сердце занято и никому, кроме одного человека, не принадлежит. Точнее, двум. Мне и еще. Ну, а кому еще, вы прекрасно знаете. Расскажи свой план питания на день, к примеру, сегодняшний. Ну, 5 раз в день. Обычное стандартное питание для спортсмена. Ну, что там, стандартные продукты, ребят. Примеры питания есть у меня в паблике ВКонтакте. Зайдите, пролистайте вниз. Там есть примеры питания на подготовке, на сушке, на массе. 5 раз от минимума у тебя. Ну, бывает, что я ем и больше, бывает, я и бывает, и что и меньше. О, Дашуленька улыбается. Дашулечка, ты всегда мне просто не понимаешь настроение, когда ты улыбаешься. Вот я тоже улыбаюсь. Улыбаюсь. Давай, езжай уже. Собираешься там, сидишь в интернете. Давай, жду тебя. Мне, видишь, скучно. Я сижу в перископе, вот, с ребятами общаюсь. 5 раз это про еду. Ну, бывает, что и не про еду. Вот, да почему бессмысленно? Это по приему пептидов. Ну, хорошо, вы мне сделаете фото до, фото после использования пептидов и только их. Я посмотрю, какой результат вы получите. Вот, и вот есть даже такая картинка, которая путешествует по интернету, такой список атлетов, раскачавшихся на пептидах, двоеточие, и список пуст. Это у многих атлетов, кто высокого уровня, это наблюдается, эта картина.
В целом в кулуарных беседах между спортсменами редко кто говорит, что пептиды, да, они действительно работают. Но на самом деле секс перед тренировкой стоит, если хочется, или на вечер лучше. Ну, если хочется, ну зачем себе отказывать? Я думаю, стоит. Вон, да хрень эти пептиды. Если бы работали, все бы видели. Макдональдс заглядываешь? Нет, Макдональдс не заглядывал. Нет, бывает так, что я люблю что-нибудь такое захавать, но это бывает вот настолько редко. А уж гамбургеры я сам могу приготовить, которые будут намного круче, чем в Макдональдсе бургеры. И вообще я готов дать бой и вызов любой компании, которая делает бургеры против моих. Поэтому мои бургеры самые крутые. Надо сделать что-нибудь, да, выпуск как доказательство или какую-нибудь такую движушечку. Из десертов что кушаешь? Из десертов? Да, ну, да, как обычные. Обычные сладости. Я не особо по сладкому, но по мясу я фан. Ты нам расскажи, что нужно делать, если хочешь быть сильным и умным мужчиной. О, это очень хороший вопрос. Чтобы стать сильным и умным мужчиной, во-первых, необходимо развиваться всю дорогу. Нужно развиваться в различных направлениях. Нужно развиваться в духовном направлении. Нужно развиваться в материальном направлении, то есть именно в заработке денег, изучать эти вопросы, как они зарабатываются. Нужно помогать близким, родным обязательно. Нужно развивать в себе чувственность, эмоциональность и не забывать о себе и наслаждаться этой жизнью. А чтобы стать мужчиной, это простые, по идее, простые моменты. Первое, что должен мужчина начинать делать и заканчивать. Если сказал, то сделал. То есть отвечать за свои слова необходимо всегда. В принципе-то это и все. Не так-то, не такой уж и большой список этих инструментов, как стать настоящим мужчиной. Все предельно просто, да, как оказывается, ребята? Читаю журналы для бизнеса. Я подписан на несколько пабликов. Журналы про бизнес не читаю, про маркетинг не читаю. А вот про бизнес я все-таки доверяю больше людям, которые именно в этой сфере более компетентны. Ну, вы знаете, да, когда вы начинаете какой-то бизнес, если у вас несколько партнеров, то каждый партнер отвечает за какую-то свою сферу. Вот я отвечаю, как правило, за маркетинг. Нине Миронович, чуть ранее я уже высказывался по поводу Сережи, я отношусь к нему очень хорошо. Как не заработать диабет на ГР? Да не превышайте 12 единиц в день и не будете думать о том, что такое диабет на ГР. Кто твой нелюбимый ББ? Кто мой нелюбимый ББ? Да все неплохие ребята. Единственное, что меня этот Джастин Ллойд немножко так подбешивает. Потому что он говорит неправильные вещи и учит неправильному в бодибилдинге. Большие дозы использования тех или иных препаратов, которые, ну, совершенно не нужны на таком уровне развития. Какие-то попытки укусить других спортсменов, в особенности, да, или приста и прочее. Но это Джастин Ллойд. А нет, Бостин Ллойд. Ребят, как его правильно зовут? Бостин или Джастин? Ллойд. И да, и хрен с ним. Ну, в принципе, да. Российских нелюбимых среди российских бодибилдеров. Нелюбимый среди российских бодибилдеров. Надо подумать. Надо подумать. Не знаю. А, из российских бодибилдеров Невский у меня самый нелюбимый. Во-во-во, вот уже пошли комменты. Игорь, вы пример для подражания для меня. Спасибо вам. Ну, для меня это очень лестно, что я пример для кого-то. Тимошенко. Саш Тимошенко не бодибилдер, он функционер, хотя когда-то выступал. Да Шуль, ты чего такие вещи-то говоришь? Нельзя такие вещи говорить. Тут тун-тун-тун-тун-тун, скажут, плохие, плохие, плохие.
Как тренировать грудь при ее травме? У меня скоро начнутся выпуски от травматолога, который получал образование в Финляндии и говорит на русском языке. И вы будете максимально осведомлены по поводу травм и как и что делать, когда вы получили травму. В силу того, что я некомпетентен как врач и не могу рассказывать про то, там, как тренироваться после этой травмы, после этой. Их настолько много, что этим должен заниматься врач, который компетентный. Я злобный хейтер. Я злобный хейтер. Душевленько пишет. Ну, будь кем хочешь. Главное, чтобы мы были вместе, у нас и было хорошо. А так, если ты будешь злобный хейтер, я тебя буду любить такой. Знаешь Никиту Малину? Нет, не знаю, а кто это. Может быть, заочно знаю, но так нет. Если бы Шредер выступал на Олимпии, победил Шредер на Олимпии. Что за Шредер? Который в черепашках-ниндзя? Да вообще как завалил бы всех нафиг этих черепашек-ниндзя и выиграл бы. Игорь, привет из Москвы. Москве, привет! Шредер. Во. Ну, а есть еще какой-то, по-моему, Шредер? Может быть, тут про другого и речь идет? Была ли когда-нибудь гипогликемия? Да, была. Откачивали. Это русский лойд с абсцессами на груди. О, Господи, у нас такие же есть. Надеюсь, что таких... Ну, ребят, люди, которые говорят про мегадозы, я считаю, что их не стоит слушать, потому что они даже не общались с профессионалами по поводу этих доз. Все время... А по поводу доз, про столько разговоров, какие-то есть курсы в интернете с мегадозами. Но по факту это все слухи, слухи. Я слышал, что тот делает столько, делает столько. Почему у самого спортсмена не спросить в кулуарной беседе, сколько он что делает? Вот я всегда спрашивал, кто сколько делает, когда у меня подворачивалась такая возможность. Ну нет там таких доз, ну нету. Про Колобка знаешь? Дашуль, а что там про Колобка? А, анекдот? Анекдот знаю. Анекдот про Колобка? Сейчас найду вам какие-нибудь анекдоты, буду... А, британские ученые. Блин. Да, гуглю. А, Колобок повесился. Смешной анекдот. Я сейчас найду этот анекдот про британских ученых, дешевле, не переживай. Пару слов о Древней Греции. Ну а что? Древняя Греция очень интересно. Вот тебе пара слов. Привет из Краснодара, привет! Бублик, бублик, кричали дети, не подозревая, что Колобок смертельно ранен. Господи, ты боже мой, какие злые анекдоты. Британские ученые спорят, а пачкает ли глаза Колобок. Да что ли, я, наверное, смотрел, был отвлечен, наверное, твоими глазами, губами, еще, наверное, чем-нибудь, и не помню анекдот, признаюсь. Да, это правда, реально правда. Вы что, правда там? Ладненько, ребят. Я уже с вами вешу тут целый час. Нужно заниматься делами. Заходите через минут, через 20 ко мне на канал на YouTube. И будет новый выпуск. Так что, ребят, спасибо вам большое за то, что... А, не шутка про Колобка. Это правда. Это правда, что он бублик. Так, ладненько, ребят. Все, давайте увидимся как-нибудь в следующие денечки, также в 8 вечера, 20:00. Я выхожу по Москве и общаемся по поводу всего-всего-всего-всего-всего. Так что, ребят, давайте, как всегда, будьте добрее, умнее, веселее и здоровее. Заходите ко мне на канал на YouTube и смотрите новые выпуски. Всем пока. Всем добра и позитива.